Всем привет! Привет-привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинается наш отпуск, сегодня начинаются наши каникулы, и мы едем в отель. Когда мы в него приедем, я вам его обязательно покажу. А сейчас, куда мы едем, в какую сторону? Мы едем в сторону Алании. Этот отель находится в районе поселочка Акуджалар, кто знает эти поселки, все названия всех поселков, можете написать, в каком из отелей вы были в этом местечке. Потому что их там много. Там есть Викинген отель, там есть хороший отель, там есть отель Купремиум, там есть отель Гранада, в котором, кстати, я была не один раз, и там работали Таня с Уром, не помню в каком году. Какие там еще Купремиум, ой, слушай, там очень много отелей, и совсем недавно там построили еще один отель. Кто знает его название, пока можете писать. Ну, конечно же, мы его озвучим уже тогда, когда мы туда приедем. Кстати, название я так и не могу выучить, потому что, ну, не знаю, как правильно читается. Вот. Ладно, давайте поедем, посмотрим немножко на дорогу. Я попробую вам ее поснимать, если удастся мне поснять это из окна машины. В общем, поехали. Thank you.
Ну и так мы находимся, приехали в отель, который называется Майлом. Находится в Окуджаларе. Мы сейчас в лобби, в зоне прилета, в зоне ресепшн. Сейчас я вам немножко покажу. Такое интересное панно здесь, смотрите, как красиво. Мы только не успели зайти, к нам вышли девочки гастролейшена. И здесь вот нас... Ур, Таня, вон. Ур. И нас вот здесь вот ожидают напитки. Вот такие вот мята. Это с мятой вкус, с гибискус. Шампанское, пожалуйста, с утра. Вкусняшки. Сейчас же наступает праздник Шикер-Байрам. Вот шоколадки, конфетки. Дети уже, конечно, схватили. Таня с Уром регистрируются. Всегда говорила, что лицом отеля является зона регистрации, зона ресепшн и зона гастролейшн. Вот здесь все такое пафосный отельчик, новенький, чистенький, все очень красиво. Ну, давайте вам быстренько покажу номер. Вот один уже сказал, что будет спать со мной. Уже занял место, исходную позицию. Еще браслетик. Да, исключительно из-за браслета, потому что этим браслетиком открывается дверь в номер, да? Угу. Ну, давайте тогда с номера и начнем. Здесь вот такое вот большое зеркало. Еще карандаш призарим и листочек. Вот карандаш и листочек. Большая кровать. Маленькая кровать односпальная. Здесь у нас что? Чай, кофе. И, ну-ка, иди открывай мини-бар. Нет? О, молодец. Что там есть? Ну-ка, открывай. О, фантазии. Всякие напитки, водичка, пиво. Закрывай. Чайный уголок, большой телевизор. Пирамидка. Зеркало. И пойдемте на балкон. Наконец-то открыли замок. Вышли на балкон. О! Какой шикарнейший здесь вид. Бабушка. Вон, видишь бассейн с подогревом? Видишь, там все купаются, вон. Бабушка, а. Там еще, когда там на телефоне мама смотрела, там видео. Ну. И вон там я видела на видео вот это, ну, горка. Ага. И еще прощатку. Ага. Еще на горку давай. Так, вид шикарнейший. Ой, слушайте, прям просматривается там все так классно. Смотрите, вообще красота. Угу. Так, пойдем к маме сходим. Мамушка, если упадем, здесь... Нет, мы не будем сюда падать и залазить сюда не будем. Пошли. А, мы еще не показали ванную комнату. Да? Наверное, будет баня или не баня. Ну-ка, давай посмотрим. Так. Душевая кабина, да? О, какие тут штуки уже стоят. Тропический душ. Как он стоял? Ну, как нажимаешь, вот так вот нажимаешь. Вот так. И это. Так, что здесь? Щетка, зубная паста. Отлично. А где же всякие? Фен, да. Пойдем. А где же всякие эти самые штуки? Какие? Я думаю, да. А вот шкафчик. Здесь.
А там что? Тоже шкафчик? Да, шкафчик. Халата нету. Халатов нету, да? Угу. Вот, ну зато есть что? Тапочки, до кроссовках вытирать. Угу. И еще розка до кроссовка. А вот здесь вот посмотри, тут ящики выдвигаются, вот эти вот. О, что там? Иголки, нитки? Иголки, нитки. Угу. Ничего нету. Ладно, все, пойдем к маме сходим. Посмотрим, что там у нее хорошего. Пойдем? Угу. Хорошо, не надо вот, знаете, во всех отелях обычно... Карточку сюда надо вставлять, чтобы свет загорелся. А здесь ничего не надо. Пойдем? Угу. А, ты еще не обулся? Угу. Я хорошо встал. Отель так сделан, что у него все номера, вот, все абсолютно, с видом на море. А это вот коридор. Вот так. А ну вот там, вот так вот, здесь. Что-то недалеко от нас прям, да? Она была сразу. А вот там и другой номер. О, у них вот даже туалет закрывается, а у нас нет. И у них есть гардеробная. Смотрите. Чего ты? Переодеваешься? Плавать уже будешь? Угу. Ну подожди, сейчас вещи принесу. Это у нас, наверное, будет. У нас шкаф, да. А здесь, видишь, у нас с тобой шкаф, а здесь вот полочки такие. Переодеваться здесь можно. Да, и вот отдельная гардеробная. Да. Вот они с балкона тоже. Шикарный вид. Хорошо, что когда вот все номера с выходом на море, и вот нет проблем, что там на дорогу смотришь или еще там. Вот смотрите, даже горки работают. Интересно. Ну так не видно. Ладно, спустимся туда, посмотрим. Здесь еще, видите, пирс разобранный, но его сделают. Соберут на скорости. Всегда убирают на зиму, чтобы штормами не разбило все это. Нравится, Настя? Как же приятно сидеть на балкончике, когда за спиной у тебя морюшко и отели, и такие красивые виды. Мы сегодня уже докупались, дети купались, я не купалась. Походили по территории отеля, позагорали. Я, если честно, ничего не снимала. И думаю, что начну завтра. Кстати, во второй половине дня, ближе к вечеру, часа в 4, начало небо затягиваться тучками. Вы слышите гром? Даже гремит гром, я думаю, что будет дождь. Кстати, посмотрела температуру воздуха в Алании и в Анталии. В Анталии теплее, в Алании 21, а в Анталии 27. Обычно бывает наоборот, всегда в Алании теплее. Я сижу на балконе, и мне видно на нижнем этаже, у них номера с выходом в бассейн. И вот там люди купаются. Я уже выложила видео, что мы уезжаем, рассказала об этом. И посыпались вопросы, ну, как обычно, всех волнуют, где, с кем собака, с кем кошка. Теперь еще возник вопрос, а с кем котята? Котята с кошкой. Им больше, кроме кошки, никто не нужен. Никакие ни ухаживания, ничего. Ни я, ни кто-либо другой. А за собакой кормить Мусю будет приходить моя приятельница, подруга Лена. И в последнее время она смотрит, гуляет с Жосиком, она кормит кошку. Вот когда в последнее время мы уезжаем, этим занимается она. Лилиана, спросите, а что Лилиана? Лилиана себя неважно чувствует, что-то у нее там то голова болит, то... давление скачет, то все. Я ее последнее время не прошу с собакой гулять, потому что вот у нее самочувствие. Сейчас перед тем, как сюда ехать, спросила у нее, сможете, нет. Она говорит, нет, я вот плохо себя чувствую. Короче говоря, Лилиана не гуляет теперь.
гуляет Лена, Лена безотказная, она прям вот всегда, пожалуйста, и если что, ее там муж Олег тоже, слышите, муж Олег ее подменит. Там, если что, у меня не вместе гулять, или там по одному, ну, в общем, неважно. Короче говоря, проблем с этим нет. Собака ее знает, кошка ее знает. Утром пришла, покормила, погуляли. Вечером пришла, покормила, погуляли. И, собственно, все. Никаких сложностей тут нет. С котятками ничего делать не надо, кормить их не надо. Их кормит Муся. И ухаживать за ними никакого ухода не надо. У них есть мама. Вот, я на этом хочу видео закончить. Потому что оно и так уже достаточно длинное, а мы с вами уже увидимся завтра. Я буду снимать, рассказывать вам про отель. Забегая вперед, скажу, что мне отель ну, в целом понравился, будем так говорить, в целом понравился. Ничего такого плохого, критичного я не увидела. Но если сравнивать с тем же самым Конкордом, я вижу, что здесь... Ну, немножко тут не так, как в Конкорде. Конечно, Конкорд круче. Но здесь зато есть собственное... вот что в этом отеле самое хорошее, это то, что все номера этого отеля выходят с видом на море. То есть никто не будет обделен, и всегда будет море. Кстати, пошел дождик. Вот я вижу капельки. Ну, а люди там под дождем купаются в бассейне, потому что он с подогревом. Мы тоже вот, дети купались. В общем, они такие довольные. Ладно, увидимся с вами в следующем видео. И всем пока-пока.